Друзья, здравствуйте! Сегодня готовим торт поцелуй. Вкуснейший влажный торт с нежным кремом, сегментами банана. Сначала готовим тесто. Вбиваем 2 яйца в крупную миску. Немного присаливаем, 2 щепотки соли. Высыпаем ванильный сахар. Пропорции будут указаны под видео. Также вводим 100 граммов сахара. Соединяем яйца с сахаром. Также в миску вводим растительное масло без запаха и молоко. Продолжаем взбивать миксером. Через ситечко просеиваем муку и разрыхлитель. Аккуратно смешиваем сухие ингредиенты с влажными венчиками. Также сюда отправляем цедру 1 крупного лимона. Друзья, я подготовила форму. Простелила пекарскую бумагу. Если вы не уверены в своей пекарской бумаге, лучше ее промазать сливочным маслом. И выливаем тесто, подготовленное, в форму. Распределяем по всей форме тесто. Разогреваем духовку до 170 градусов и отправляем выпекаться, доверяя палочкой готовность теста. Друзья, готовим начинку и крем для нашего торта. Для начинки мы берем банан, очищаем его. Режем продольно и на сегменты. Банан отправляем в мисочку. И для того, чтобы он не потемнел, выливаем в него 10 мл лимонного сока. Перемешаем и дадим постоять. Теперь готовим крем. У меня 300 мл сливок охлажденных. Начинаем взбивать. Сначала на минимальных оборотах. Постепенно добавляем мощность миксера. Всыпаем подготовленный сахар по частям. Наши сливки взбились. Теперь сюда добавляем лимонный сок. И на минимальных оборотах смешиваем. Это проделывайте тоже по частям. Наш крем готов. Теперь в крем выкладываем банан в лимонном соке и хорошо все перемешиваем. Пока выпекается тесто, отправим крем в холодильник. Друзья, у меня прошло 30 минут. Я проверила палочкой готовность теста. Абсолютно сухая палочка. Тесто очень нежное, мягкое, пористое. Я вынула его из формы, выложила на доску. И теперь нам надо кольцом вырезать круг.
Вот что у нас получилось. Кладем на блюдо. Из оставшегося теста мы нарываем беленькие кусочки и складываем его на другую тарелочку. Тесто получилось нежнейшее, как губка. Корж мы промокаем молоком. Выкладываем наш кисленький крем, а он прилично кисленький, очень вкусный. Если остается крем лишний, выложите в креманке и поставьте в холодильник. Прекрасное дополнение к кофе, крем бесподобный. Мы обмазали бока, ну и теперь сверху высыпаем измельченное тесто. Наш вкусный кисленький тортик отправляем в холодильник для того, чтобы он пропитался и стабилизировался. Друзья, я выдержала в холодильнике полчасика наш торт. Нарезаем. Друзья, мы сегодня испекли воздушный, нежный, кисленький, необычный торт. Готовьте так, это очень вкусно и просто, понравится и детям, и взрослым. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и пока-пока!